ж, с вами Ведьмак. Мы сейчас будем проходить третью главу, как вам удобно. Америка. В Америке, конечно, мы остановились. Все уровни, которые прошли. В принципе, немало же прошли достаточно. Игра весит, уже говорят, 177 мегабайт, поэтому, не знаю, может быть, мы еще закончим. Да хотя, такие еще что-то занимаюсь. Где-то в Америке, короче. С этого начинается глава. Мне легче глава, конечно, начинать. Давайте по барабану. Какой-то глаз у нас. Ну чё тебе, всемирное око? Чё ты на нас уставил? Не с того фильма, блин. Это «Властелина кольца». Опа, 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 загадка-то, а? На телеке нужно тыкать. В определённом порядке. Зашибись, да? Можно сразу прям не начинать даже, а заканчивать. Нужно в правильном порядке все телевизоры сложить. Кстати, я узнал, тут 4 главы всего. Или 4 акта. То есть мы половину игры пошли, 2 из 4 акта. А, видимо, рожь тут надо сделать. Знакомец, подойди ближе. К серой вор, бабушки, да? Я тебя плохо слышу, блин. Что ты тут делаешь, белок? Я ищу замок. Уже не помню, кстати, тут есть секретный уровень. Уже не помню, сколько лет прошло с тех пор, как я прибыл в Америку по приглашению этой таинственной организации. Замок таинственный. Но я отчетливо помню, что здесь меня никто не ждал. Сколько бы ни пытался вернуться домой, ничего не получалось. В конце концов, я решил во всем разобраться. И вот мои поиски привели меня сюда. Это Кавкша. Да, долго же он ковылял до мира. Ты ошибся, я могу указать лишь направление дороги. Ну да, если ехать на поезде, то долго. Со скоростью там сколько, 40 км в час, да? Сколько-то на поезд дошли. Дорогу ты должен найти самостоятельно. Я так потратил на это всю свою жизнь. Бедный Кавка. Зашибись. Потратил всю свою жизнь на покой. Что-то нам пропустили очень большой промежуток, да, его жизни. Заметили? Сразу что-то показывает ему старым. Старая заброшенная шахта.
Нужна какая-нибудь карта, чтобы заблудиться в этих подземельях. Вот старая карта. Сейчас по лабиринту будем бродить. А, нет, загадку надо разбирать. Очередную. Сколько было и сколько еще будет. Давайте думать, ну как вообще поставить нужно эту карту, как-то вот так вообще. Вот. Красавица какая-то. Да, это легко сказать, конечно. Типа, во. Попробовали понять, откуда начинать. Что тоже похоже.
начинаю подбирать. Идти, потом вот так, вот так, вот так, вот так, вот так закончилось. Хотя я сомневаюсь, что цель моих поисков находится в шахте, мне все равно больше не надо идти. Шапейка не собираю. Раздолбали уже. Трекер такого нету. Обращайте внимание, у нас тут немного сыра, хотя это не оправдывает ваше опоздание. У нас уже вы здесь, да, опоздает там 50 лет. А бывает. Можно 40. Вот если вы заполнили некую бумаги, эти бумаги получили разрешение. Бумаги. Разве не знаете, что попасть в КПЗА мне будет без разрешения в канцелярии? Чувак, я всю жизнь добирался. Сейчас будет загадка, где надо будет заполнить поцелять. Нужно повоять. Если вы готовы, надо заполнить данный банк. Скоро получить лучше. Пипец просто. А что, не пипец, что ли? Заполнить данный банк, это скоро получить лучше. Refused, отказано. А нам надо соответствовать, чтобы было это, наоборот, разрешено. Слушайте, сейчас я вспомню, как по-английски будет. Разрешено. Я ж помню, прям вот помню. Дон. Нет. Дон 4, 6. Вспомнить слово просто. Какое писать? Какое слово? Дон? Нет. Соответственно. С английским не очень дружно. Thank you.
Рефлект. Буквы L нет. Granted. Mirror granted. Mirror granted. Mirror. Чем тут мирор? Грант это вообще не помещается. Блин, какое слово писать? Я знаю, но... Но они что пишут? Они пишут Миро. Миро это вообще по стеклу. Рефлект. Субтитры
заново сейчас уже начнем. Вообще никаких данных. Thank you.
веру с granted. Тут не помещается слово granted. Granted? Что за granted? You. Грант, она в те буквы Э, ладно, предположим, эти слова не печатают. А, может, задом наперед? Тогда у нас будет. Вообще о или ю только это как вообще понимать? Что я должен писать хотя бы? Granted? А, задом наперед. Давайте задом наперед. Задом наперед кверху ногам надо писать просто. Офигеть. А что это еще такое? Это ваше разрешение. Кто это разрешение?
валить. Блин, еще назад. Да чтоб вас все. Нам сюда, по-моему. А может не сюда? Может, вот так? Здесь я соединил, то есть в некоторых местах соединяю, а в других, соответственно, порчу. Надо соединить так, чтобы везде. Да. Что надо забрать? Можно солнце даже сидеть. Так что это даст? Что? Девяносто один икс, 91 с чем-то нем. Все, паста. И что теперь? Кто это там? Кого принесло? Не может быть, это же. Замок, блин. Это замок, товарищ. Замок. Что вот всех имеет? Все, эта видеокарта полетела, и у вас, и у меня. Шутка. Интермиссион. Это игра такая. Интермиссион. Интермедия, короче. Не мало, еще будет четвертая глава, еще будет секретный уровень. Завтра, который, наверное, будет выходить. Ну чего? Как пропустить? Я с меня, кстати, ничего не работает. Эй, алло, гараж! Я не знаю, мне не работает. Ничего.
надо было просто подождать. Проснувшись ранним утром после ночного кошмара, Грегор Замба обнаружил, что в собственной постели превратился в уродливое насекомое. В любом другом месте это могло привести к определенным родным неудобствам, даже проблемам. В этом городе рабочие часто детективы не столь требуют к внешнему виду, а к четвертой превращению. Америка, 1934. Давайте еще четвертак, я его, наверное, до конца пройду с вами. Только давайте в следующий ВСП, ладно? Давайте, ладно. Чем ВСП, с вами был Ведьмак. Подписывайтесь, ставьте лайк, всем пока, удачи.